Сегодня у меня очередная распаковка женской одежды. Странно. В моем новом ролике. Сейчас я буду распаковывать. Там платье, думаю, в зеленом. Я не знаю, даже в каком. Там платье и шарф женский. Думаю, парням-то особо не интересно не будет. А вот женщинам. Платье стоило, вот платье, 2500. 2500, а вот шарф. Шарф 637 рублей. Заказывал на Алиэкспресс. Ну вот всеми любимая Алибабе. Так. У меня тут сегодня бардак. Компьютер ковыряюсь. Параллельно вот. Так, кстати, на платье надо. Так, вот такое платье. Шерстяное. Смотрим, что тут. Запаха вообще нет никакого. Татьяна, ну, запах просто. Просто запах одежды. Тяжелая, 700 грамм весит. Карманы. Годные платья. Такую цену-то, конечно, мягенькая. Очень приятная ткань. Реально очень приятная. А запах вообще, обалдеваю. Честно говорю. Запаха нет, тоже нет. Вот. Пахнет просто тканью. Что, очень хорошей тканью. Здесь карманы. И типа украшений тут как-то. Не знаю, вряд ли тут видно. Типа как косички, что ли. Не знаю, надо проверить на жене. Не жене, в принципе, она выбирала. На второе там. Кстати, платье шло 15 дней. Ровно 15 дней. Заказывала я сначала шарфы, не я, жена. Вот. Потом платье. Пошло все одновременно. Так, сейчас посмотрю. Ну, такое, я не знаю, как это называется. Типа шарфа белого. Кажется. Запах? Тут. Ну, тут да. Тут, в принципе, ну, чуть-чуть дает. Чем-то таким. Да нет. Краской. Немножко, честно говоря, пахнет краской. Но, думаю, это ненадолго. Я пересналиваю себе. Немножко ковыряюсь в старом железе, решил компьютер поставить, немножко поменял. Компьютер 2004 года. Очень старое все, ладно. Попытаюсь что-нибудь сделать, что-нибудь придумать. Так, вот такой вот шарфик. Не знаю, жена будет довольна. Если она даст на ней сфотографировать или хотели видео с ней, то покажу. Так, ну, так, сейчас я жене дам понюхать, скажу. Ничем таким не пахнет, вообще никаким. Но это, скорее всего, не шерсть, а акрил. Я не знаю, что такое акрил. Синтетика. Синтетика, ну, пахнет немножко краской, честно скажу. Это запах не так, он обычный. Ничего такого. Чем пахнет? Странный вопрос, конечно. Да ничем таким не пахнет, изделием новым пахнет. Ну это обычно, когда делают обзоры тряпок всё. Всяких. Просто нитками, ничего вообще, ну, никакого. Вот, никакого не пахнет. Ни красика нет, ни пластиком, ничего не пахнет таким. Нормально. Ну, как это выглядит на женщине, так сказать. Выглядит, на самом деле, очень. Честно говоря, ей не очень нравится. За 670, за 637 рублей. Ей не очень нравится. Я надеюсь, платье понравится. Да, дорогая? Ты смеешься над словом дорогой или над словом платье? Скажи честно. Ну как? Это называется снуд. Да, не шарф. Как мы выяснили. Вот она такая вот. О, такая вот. О, какая штуковина. О, ничего, не знаю, что это такое. Так, вот, пожалуйста, так это смотрится. Вот, кому нравится, покружись. Ну, повернись. Вот, такая кофта у нас. Или как это, платье. Платье-кофта. Все, подписывайтесь, ставьте лайки.